Так, может управление захватить? Класс! И чё, и чё происходит? Не мы падаем? Мы летим! Или мы реально летим, йо! Всем привет, сегодня мы играем в карту... Какую карту? что-то Usual, какой-то эпизод 2-1, что-то в этом роде. Так, ой, ну какого хера? Ну блин, ну что ты творишь? Ну ёпрсоте. Или так... А, так должно быть, наверное. О, все. Пойдем. А, понял. Все, Миха, подожди меня. Я тебя жду. Вот тут... О, тут хорошо, фонарик пригодился. Да, фонарик пригодился. Что случилось? Что ты на компе... А, летсплей будем записывать? Ну ладно. Да, да, он трептает там на этом компе. Так, это нам открылось, да, у нас? Да. Слышу музыку. Слышал музыку? Я слышу. Вау. Йо, что-то у меня зависло. Я взял этот. Какого фига у меня все зависло? Так, ой. Я взял этот. Ломик. Ломик? А я не взял ломик. Нет, ломика. Ой, или что это? Подожди, газет какая-то. Нафиг мне газет нужна? Я ломик взял, а для чего он? Не знаю, может еще разломать можно. Пошли посмотрим. Попробуй обратно в комнату войти. То, кстати, где музыка играет. Возьми просто, возьми что-нибудь, например, пушку. Или что-то такое. Можешь взять. Да. И нажми F. Фонарик. Ну я знаю. Это. Попробуй зайти в ту комнату, где музыка играет. Возможно, там что-нибудь. А может двери разломать? Попробуй. А, хотя я понял. Чё, разломалась? Ничего не пошло. А радио есть. Да вырубись! Да сволочь. Слушай, а если шкаф? Иди сюда, иди. Иди сюда, все, я понял. Иди в поезд. В поезд? Да, в поезд. Спасибо. Что такое? Я там стекло фонариком разбил. Надо было, наверное, монтировкой типа разбивать. А пролезть можно? Можно. Вот я пролез. Точно. Ух ты ч... Ох, ё, что-то случилось вообще? Это катастрофа какая-то. Ньюстан. О, смотри, Линкольн. А, Линкольн. Ну, Линкольн, он умер. А, вот. И куда дальше? Так. А, понял, по мусорнике, по мусорнике. Там... Меня эта музыка уже что-то как-то бесит. Запрыгнул наверх. На заднем плане. Ох ты! Прыжки начинаются. Ой, понеслось. Так, ну ладно. О, я запрыгнул. Это скотина, ты понимаешь, что ты... Тихо-тихо! Это движок Source, блин, я не вижу в нем прыжки. И как говорил мой друг, я люблю прыжки, люблю прыгать. Тихо-тихо-тихо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да блин! Прям вот даже почти запрыгнул и все, и по новой придется сейчас. Отлично. 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 Сука. Блин. А не, же. Сука. Да что ж такое не нужно. Да зачем музон? Тут такой расслабляющий, да, сука. Да почему? А, ой, с контрол надо. И тут, чтобы такой прыжок надо, контрол и пробел. Да что за музон, блять, меня этот музон бесит. Мне кажется, меня из-за музона все это. Да вот именно. Он такой не подходит к тему сейчас. Вот. Тут надо Assassin's Creed. Не, Mirror's Edge. Да как пуд. Да. И как... Ой, блин. Я уже готов карту перезапустить, чтобы этому музон не слушать. Миха, а ты за или против? Прям какую-то музыку, какой-нибудь секс по телефону, блин. Да блин, ну почему я перелетаю? Да тут все, это ничего еще, вот тут вот. О, я запрыгнул. Ты козел. Сейчас буду слушать и расслабляться под эту музыку. Да твою мать, я буду долго это делать. Может, не запись это сделать? Ну, блин. А подписчики скажут, фу, а вдруг ты считарил? А я не считарил, я запрыгнул на запись. Не, меня скажут. Ну, я подтвержу твои слова. Что ты мне читерил? Я свидетель. Угу.
Виду запишет потом, типа, что это я или чего, а на самом деле это не ты, это не я. Типа компромат. Твою мать. Так, ну я пока проснули, пока там прыгаешь. Иди выруби музон лучше. Надо назад возвращаться. А он не вырубается вроде там, или ты вырубал его? Он перезапускается только. Блин. Да какого хрена? Так. И вот этот момент истины. Удастся меня запрыгнуть? О! Так, продолжаю я. Звонок. Алло. Есть кто? Вау. О! Опять это радио! Валим отсюда! Ой, все, валим отсюда. Не надо, спасибо, это радио. О, иди сюда. Быстрее от радио. А, что-то сделал, что-то нажимал? О! Валим. Так, дальше должно что-то открыться. Ну, наверное, что... О, открылось. О, отлично, пошли отсюда. Быстрее. Новое радио. Я радио не хочу. Прям музей картин какой-то, смотри. Ну? Прям что-то у меня подозрение на эту музыку, блин, ё-моё. Это прям предчувствие какое-то. Там патроны есть, и пистолетом. Я взял пистолет как-то через стекло, прикинь. А вот это что за знак, ну-ка. Так, а чё, у меня пистолет взялся и не взялся, ошибись. Мне кажется, что тут надо делать что-то. Может быть, надо как-то знак пульнуть. С пистолет, который я взял, но... А, давай попробуем. Но он не взялся, но не взялся. А, это патроны для него взялись, что-то, я не знаю. А, может, что-то под картины какой-нибудь есть. А, картина SimCity, зашибись. Steam все закрыл. Продано. А, вот, открыл. Да, бля. Что я натворил? Ха-ха-ха. Интересно. Твою мать. Ну по-любому что-то здесь надо делать. Что я наделал? Я не могу теперь отсюда выбраться. О! А ты вообще куда там? Я назад нечаянно вернулся и нажимал на кнопки, блин. Ну. О, открылся сюда. Наконец-то, блин. Мне что-то по-любому здесь надо делать, я не знаю только что, но по-любому, ну тут пистолет, подозрительный пистолет лежит. Че там, Firearm какой-то. Common Core City. Как вот? А, я понял, смотри. Че? Как в Майнкрафте каком-то. Опять прыжки. О! О, я сделал. Стреляю в этот значок. Опа! Класс! Я же тебе говорил. И что тут, как бы это? Не, ну это понятно, а куда? Он... А, дверь! Такой звук. Зачем я стол разломал? А, дверь, такую текстуру прилетела, смотри. Как мы залезем, если я стол разломал? Что? Летай? Мы летаем, зашибись, можно долететь. Что? Это вот как я сегодня в костюмке для МЗИ приходил, тоже абсурд такой, блин. Какой-то. Во, мы ни в космосе. Ни хрена себе. Мы в космосе. Точно в космосе. Дум! На Дума похоже, кстати. Воу! Тут меха дверь. Пошли в эту иду дверь. Иду к ней. Она не открывается, что ли? Ё! Я сквозь неё полетел, смотри! Я сквозь дверь могу. А, я тоже. Твою налево. И чё, куда сейчас? Что я за... Я в дыру какую-то падаю. По-моему, мы совили баг. Походу, да. Или мне кажется. Или нет. Давай вернёмся в космос на Б. Подожди, в космос возвратись. Просто баги какие-то, ё-моё. Какой музон ещё? Да я вот больше всего за музон переживаю, блин. Может, эти двери надо открыть как-нибудь? А за что за камера? Камера не будет. Так, надо сделать. Сейчас я в своих настройках сделаю музон потише. Ладно. Так. Будем развлекать своими голосами.
Хотя без музона как-то без атмосферы, блин. А, нет, да, тогда, чтобы его немножко слышно было. Странно как-то, что делать? Бочка какая-то, бочка есть. А может, слушай, может что-то надо сделать, а мы тупим? Я вообще без понятия, тут как бы все странно. Тут смотри, тут есть какая-то кассета с мужиком. Сейчас это... А про Плутон. А, давай Плутон... попробуй её где куда-то. А его вставить, может, как-то можно. Ты... Или это книжка, или это что такое, я не пойму. Похоже на обёрток для какого-то видео. Ну... Этого, слушай, магнитофона. Блин, зачем я пролетел? Слушай, может, нам надо назад вернуться с этой фигнёй и куда-то вставить надо? А там куда? Там как бы это... Я сейчас гляну. Слушай, может тут куда-то вставить именно, в начало? Где мы этот... Где мы еще двери открывали? А ну давай, иди с этой... Чё-то мне кажется, это плохая затея, но... Пошли, давай. пошли, может что-то получится. Там просто есть такой телек, такое ощущение, будто туда... О, сюда. Мне кажется, где-то сюда надо вставить. Кнопка, что за кнопка? А, кнопку не нажимал. А, не нажимать? Нет, тут ничего не работает. А тут? Блин. Не, нифига не работает, в общем. Это в нём просто какая-то пасхалка, может быть. Ладно, валим отсюда. Ну, вы видели, мы сквозь дверь пролетаем просто. Пролетаем. Бля, а может так и надо? Уверенный. Ну, я не знаю. Мне вот интересно, что за это космической дверью тогда. Может, его надо в космическую дверь как-то пройти? А мне кажется, это просто текстурка. Тоже типа пасхалка такая, думал, может какая-нибудь. Нет, я немножко, извините, я пролетел, но там на все нормально. Да блин. Она не открывается. Мне кажется, или музыка перестала играть? Перестала. Надо погромче игру тогда сделать. Слушай. Что? Опа! Планеты разбиваются. Кнопочка! Под Плутоном, под, наверное. Да, точно. Все. Там же было видео про Плутон, типа. Вау. Блин. Все элементарно. Вау. И что это за место? Типа это мы сейчас на Плутоне, каком-то строении странном. Вау. Ни хрена не вижу, погоди. Так, тихо. И что дальше? Это то, что за? Я что-то подобрал, какой-то круг такой большой. Ну, Плутон, можно так сказать. О, смотри, может, его надо закатить туда? Куда? Туда. А, его взять? О, я забрал. Ты... Ну-ка, попробуй вставить его вот сюда вот. Опа. О! Еще точно, а если? Нужно какой-то желтый... Опа! О, смотри, заработало. Классная карта. Стол аптечки. И медленно открывающаяся дверь. Надо будет глянуть, вышел ли эпизод второй. А. Понятно. В. Так, нет, стой, погоди, у меня же ничего не произошло. Всё. А, вот дверь, попробуй дверь открыть. Ого. Ё-моё. Самолет? Мы на самолете. Ты слышишь эту музыку? Музыка с Half-Life. О, можно опуститься туда. А, у меня след есть, стреляй. У меня след есть. Блин, надо спуститься вниз, блин. Беру монтировку. На, на. А вот и экшон. Козы, они согласен. Не стреляют. Пистолетные патроны, а один есть? Пистолета нету. А у меня был, я же... О, пистолетик. Играл. У нас прям как в хоррорах, нельзя фонарик с пистолетом. У меня патроны куча пистолетом. Так, убил этого на. Есть, уничтожил. Он наверху. Так, а у меня патроны кончились. Пойдем. Они есть патроны. Нашел. Так, может управление захватить?
Класс! И чё? И чё происходит? Не, мы падаем! Мы летим! Или мы реально летим, йо! Мы, твою мать! А Usual Adventure 2, эпизод 1. То есть это все получается, да? Или это началось? Все. Ну что ж, мы увидимся во второй карте, если мы ее найдем. А с вами был Саня, Миха, всем пока. А, ну слава богу, что какая-то музыка под панчера. Я думал, какая-то официальная типа от этих каких-нибудь. Эпизод 2. Я погоди, может начало какое-то. А, окей. Наоборот, начало или нет? Я слышу звуки, типа рации как-то. Тоже слышу. Или это все, действительно. Так, ну давай, считай до трех, если что не появляется, то значит заканчиваем. Раз. Окей. Два. Не, подожди, еще подожди. Я еще хожу до сих пор поэтому. Да нет, да, получается все. В общем, ну все тогда, всем пока. Всем второй пока, эпизод, если есть. Да, мы найдем. Ай, я где-то упал. Если нет, то нет. Ночь ты куда-то провалился, так что всем пока. Всем пока.